Ну, господи, вы меня заебали с этим. Давайте я уже посмотрю, чтобы от меня просто отъебались, окей? Давайте. Давайте. Доминейт. Это из разряда Stigman Fights. Потом Боба пойдем глянем. Не, потом глянем, наверное, Upload какой-нибудь, а потом Бобов. Это не Боб, да. Все-таки, ребята, эволюционировало все это дело. Это далеко не 2007 и жестко апгрейженное. Но выглядит красиво очень. Оно 5 минут идет. Чатику лет 12, да. Не, но все, на самом деле, ладно, без 12 лет выглядит клево. Выглядит клево, ребята. Выглядит клево надолго растянуто. Ну да, 5 минут слишком дохуя. Мне кажется, такие видосы более чем, ну, я не знаю, 2 минуты предел. ПВП в БДО так же быстро нихуя не понятно. Да. Распишусь, чувак, когда будет время, ты все нормально кинешь, все в порядке. Ты добавлен в список после покупки. Знаете, если бы я делал стикман файты, я бы создавал стикман персонажей, то есть наделял бы их какими-то как конкретными особенностями. Например, там, не знаю, самый банальный там Fire Stickman против Lightning Stickman. То есть, когда ты знаешь набор умений короче, в пуле, какой пул умений примерно у чуваков, то есть здесь все подряд, там, самурай Стикман против там Fire Stickman, или что-нибудь там. Не знаю, там, глядя, мутант Стикман против, ну, вот такую хрень. Уже есть? Понятно.
Блин, ну очень красиво, но супер реально затянутая. Все, что ли? Да, ну да. Учитывая, что стикманы самая легкая фигня для анимации, такой себе. Блин, чувак, я уверен, что на этот видос потрачено огромное количество времени. Ну, просто прям дохуя. Кто победил? Как всегда, ребята, дружба. Как всегда, ничья.